Здравствуйте, дорогие мои друзья, соратники и вновь прибывшие, я надеюсь, уже не случайные, зрители. В этом выпуске я продолжу свое повествование об аномальных местах Кольского полуострова, а если быть точнее, то речь пойдет о целой территории, которая расположена на северо-западе Мурманской области, где-то примерно в 40 километрах от границы с Норвегией, и называется это место «Закрытое административно-территориальное образование Заозерск». Для удобства восприятия, вернее, скорее даже по привычке, я буду называть это место «Западные лица» или просто «Лица», как называют это место все те, кто там жил и живет до сих пор. В общем и целом, речь пойдет о территории площадью в 516 квадратных километров. И я не без гордости хочу отметить, что эту площадь я прошел собственными ногами. Когда я был маленький, от взрослых я часто слышал такую поговорку: «Если Лица не столица, то Париж не за граница». Ну и поначалу я, конечно же, как и многие, думал, что речь идет о том, что Западные Лица являются столицей всего передового атомного подводного флота. Но потом, уже в осознанном возрасте, когда я начал заниматься исследованием этих мест, я пришел к выводу, что эта поговорка имеет более глубокий смысл. Это место является концентрацией всего того, о чем я вам рассказывал и буду рассказывать. А начну я, казалось бы, с самого простого и понятного. Я расскажу вам о маленьком военном городке, который в разные времена имел разные названия. Речь пойдет о Заозерске. Но перед этим, уже по сложившейся традиции, я хочу сделать две вещи. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех тех, кто мне помогает, и особое внимание я хочу уделить моему другу и соратнику Михаилу, автору и владельцу канала «Автотуриста Регион 51». И настоятельно прошу вас, дорогие мои зрители, перейти по ссылке, которая будет в описании, и подписаться на этот канал. Благодаря Михаилу в данном, и я надеюсь, в последующих моих выпусках, вы наконец-то сможете слушать не только мои повествования в жанре мыльной оперы, снятой на калькулятор, но и наконец-то увидеть то, о чем я рассказываю. Потому что весь визуальный контент создан именно им. Спасибо тебе, Миш, большое, и до скорой встречи в нашей совместной экспедиции. Ну и, конечно же, огромное спасибо я хочу сказать дедушке Хельгу, который умудрился невероятное сделать очевидным. Ну и, конечно же, дорогие мои зрители, я хочу сказать спасибо вам за вашу помощь, поддержку, понимание и терпение. Ну а теперь второе. На днях я имел удовольствие поприсутствовать на встрече подписчиков, на которую меня любезно пригласил автор канала «История Пи» Юра. И вот уже ближе к полуночи ко мне подошел один очень интересный человек, назовем его Иван Холод, и показал мне то, что я хочу показать вам. Давайте посмотрим. Вот такая красота нас ждет наверху на скале. Очень интересно было бы узнать мнение ученых, как эта штука сюда попала. Судя по колотым, рубаным краям, она явно не катилась. А каким образом сюда она прилетела? На секундочку, если что, в этом месте высота скалы, ну, в любом случае, больше 50 метров, может быть, еще больше. Вот прекрасно видно. Ой, смотри, фонит как. Смотри на картинку. Я не знаю, будет ли это на видео. Видишь полоса? А что это? А я не знаю, что это. Это вот только что случилось. Верхушки елок? Нет, не падал. Какая-то у меня аномалия на экране появилась непонятная. Не знаю, будет ли это на видео. Мы обошел этот камень. Смотри как. Может быть, с фейком? Ну, не знаю. Посмотрим потом.
Ну, вот такое, короче, послесловие. Как говорится, без комментариев, потому что видео говорит само за себя. Ну а если у вас возникли какие-либо вопросы, то я бы попросил бы вас задавать их Ивану, так как лично меня на съемках данного видео не было. Ссылка на страницу Ивана ВКонтакте будет в описании. Что же касается подлинности данного видео, вернее того, что с ним не производили никаких редакторских манипуляций, лично у меня сомнений нет никаких, так как я видел первоисточник, и об этом свидетельствует вот эта вот фотография. Ну а теперь давайте перенесемся на 1500 километров на север, в маленький военный гарнизон, который на данный момент называется Заозерск. Хочу еще раз напомнить, что речь в данном выпуске будет только о городке и ни о чем больше. Все, что его окружает, а это аномалии во всех смыслах и отношениях, так же как и исторические события, я буду подробно и тщательно разбирать и рассматривать в последующих своих выпусках. А выходить они будут под рубрикой «Аномалия. Западные лица». Ну и, как всегда, давайте начнем с вопросов. И первый вопрос касается общего, так сказать, народного названия «Западные лица». С первым словом все понятно. Это географическое обозначение. А что означает слово «лица»? Я перерыл кучу справочников и словарей и даже не понял, с какого языка взято это слово. И вот тут, как говорится, мне потребуется помощь зала. Уважаемые зрители, может быть, вы подскажете? Со значением другого слова «мотовский», именно так называется залив, в который впадает река Западная Лица, и другая река, которая называется Мотка, которую непонятно зачем переименовали во времена всеобщего переименования в Малую Лицу. Я разобрался. Мотка – это саамское слово, обозначающее перешеек, волок между двумя озерами или реками. А словом «мот» описывали бурную реку. Но знаете, что самое интересное? В древневерхненемецком языке слово «мот» обозначало смысл «душа», «дух», «разум», «сила мышления», «чувство воли». А словосочетание «хохен» – «мот» можно перевести как «благородный рыцарь» или «рыцарь без страха и упрека». Ну и как тут не улыбнуться и не вспомнить такие названия, как Райтер-Альм – «долина всадников» и Герцогштайн – «каменный герцог». Ну вот прям никакой взаимосвязи, да? И другую реку, Мотку, случайно взяли и переименовали в Малую Лицу. Но возникает еще один вопрос. Другая ли это река? Но об этом я расскажу вам в отдельном выпуске. Второй общий вопрос, касающийся территории целиком, на который я пока так и не нашел ответа. Почему именно в этих краях не проводилось ни одной научно-исследовательской экспедиции? А ведь речь идет о площади, напоминаю, 516 квадратных километров. Ну и третий, главный для данного выпуска вопрос, который мы попробуем сегодня разобрать. Почему наш городок построили именно там, где построили? Исторические бредни. В 1833 году на месте современного городка появилось саамское поселение. В 1877 году с разрешения Российской империи финские поселенцы основали село Западные Лица. В 1932 году был открыт рыболовецкий колхоз «Коминтерн», который просуществовал до 1940 года. После окончания Советско-финской войны финские граждане были выселены с территории Мурманской области. В 1958 году начались работы по строительству поселка для обеспечения базы атомных подводных лодок «Западные Лица». В 1962 году по указу региональных властей поселку присвоили название «Заозерный». С начала 1972 года до середины 1981 года «Заозерный» носил кодовое название «Североморск-7». В
сентябре 1981 года населенный пункт получил статус закрытого города областного подчинения. В 1994 году город получил официальное название Заозерск. Я не оговорился, называя то, что называют историческими фактами, историческими бреднями. В этих, в кавычках, фактах все перевернуто с ног на голову. Не говоря уже о том, что отсутствуют целые исторические периоды. Ну, например, Вторая мировая война. Про колонизацию я вообще молчу. А про возникновение самского поселения на месте современного городка, так это вообще какой-то шедевр. Нет, ну, конечно же, самские сейты были. И я это даже не собираюсь оспаривать. Но были-то они совсем не там. И я обязательно вернусь к разбору этой темы. Но давайте обо всем по порядку. Единственная достоверная информация в данных исторических фактах – это то, что городок действительно несколько раз переименовывали, и то, что его строительство началось действительно в 1958 году. И тут, как говорится, поперло. Городок стал расти и развиваться, словно на дрожжах. Начиная с момента его строительства и заканчивая 1992 годом, наша славная столица обзавелась такими объектами, как 3 общеобразовательные школы, работающие в 2 смены, плавательный бассейн, дом быта, стадион, музыкальная школа с великолепнейшим преподавательским составом, ну и, конечно же, дом офицеров. А ДОФИ, именно так его называли сокращенно, можно слагать целые легенды, потому что этот дом офицеров был поистине меккой культуры, образования и досуга. И я говорю сейчас без малейших преувеличений. Нам не нужно было ехать в Москву или в Санкт-Петербург, чтобы попасть на премьеру какого-нибудь спектакля или на выступление какого-нибудь артиста или супермодной группы. Все приезжали к нам. Я даже не представляю, на какие ухищрения приходилось идти руководству и сотрудникам Дома офицеров, чтобы воплощать все это в жизнь. Я думаю, что не только от своего лица, но и от лица всех тех, кто застал эти прекрасные времена, я хочу сказать вам огромное спасибо. Помимо этого, неподалеку от городка находился военный совхоз с работающим гражданским персоналом, который полностью обеспечивал продовольственные нужды не только воинских частей, но и все гражданское население городка. Мясо, кура, молоко, яйца и сметана были не привозными, а собственными. Ну вот, как говорится, я поверхностно прошелся по общеизвестному. А теперь я перейду к малоизвестному. Дорогие мои земляки, а знаете ли вы, что помимо всего прочего, у нас, оказывается, был собственный персональный аэродром? Причем этот аэродром мог принимать пассажирские и грузовые рейсы. А теперь давайте посмотрим, где он находится. Сложно поверить, да? Но, как говорится, несложно проверить, потому что до сих пор кое-где видны плиты бетонного аэродромного покрытия. Я думаю, что пытливым умам не составит особой проблемы их отыскать. Ну и главный козырь. Я не знаю, как сейчас, но вплоть до 1996 года существовала должность диспетчера аэродрома. А вот такой вот, друзья мои, парадокс. Помните, в советские времена ночные очереди и записи кассы Аэрофлота? И это при живом-то аэродроме, с которого так и не взлетел ни один пассажирский самолет. Ну а теперь перейдем к железной дороге, по которой также не проехал ни один состав. В конце 80-х годов ходили упорные слухи, что дорога будет иметь двойное предназначение. Ну, то есть, не только заниматься обеспечением военных нужд, но и перевозкой гражданского населения. Поверх взлетной полосы сделали насыпь, и на этом все закончилось.
потому что после того, как подсчитали стоимость таких вот гражданских перевозок, то, как говорится, прослезились. Цитирую. «Для того, чтобы окупить всю эту затею, билеты нужно печатать на золотых пластинах, ибо цена билета от этого не изменится». Ну а сейчас от железной дороги сохранилась только насыпь. Ну и кое-где встречаются одинокие шпалы, потому что рельсы украли практически сразу. Ну а теперь давайте займемся самим городком, потому что все, что я рассказывал ранее, это была присказка. А вот сейчас начнется сказка. Как я и говорил в самом начале своего выпуска, меня всегда интересовал один единственный вопрос. Почему городок стоит там, где стоит? И что же нам об этом говорит официальная версия? 30 апреля 1957 года на берег бухты высадился изыскательский отряд для проведения топографической съемки местности и изучения окрестностей. Отрядом руководил А.М. Александрович. В нескольких километрах от берега была найдена ровная площадка, которая была выбрана для строительства поселка. Изыскательские работы были завершены к концу 1957 года, а генеральный план застройки был утвержден в 1958 году. Единственным гарнизонным городом являлся Заозерск, он же поселок Заозерный, Североморск-7 и Мурманск-150. Численность населения в момент расцвета базы доходило до 30 тысяч человек. Городок расположен в 4 километрах от губы Большая Лопаткина. Строительство начато в 1958 году. К Заозерску ведет автомобильная дорога с твердым покрытием, ответвляющаяся от шоссе Печенга Никель. Ну а теперь давайте подробно во всем разберемся. И заодно посмотрим, как выглядит этот городок сейчас. Насладимся, так сказать, всем его великолепием. И начнем мы с высадки изыскательского отряда, который высадился непонятно где и начал искать место. Ну, во-первых, этот отряд не высадился, а благополучно причалил к немецкому пирсу, сваи которого сохранились до сих пор, как и много всего интересного, оставшегося после ухода немцев. Но об этом я расскажу в своих последующих выпусках. В общем, не высадились, а причалили и пошли изыскивать. Ну, вы, наверное, уже представили себе картину. 30 апреля, вокруг повсюду снег, и они ходят и изыскивают. И нашли, и не где-нибудь, аж в 4 километрах от основной базы. Причем по пути своего следования они в упор игнорировали как минимум два места, которые более подходят для строительства военного гарнизона, если, конечно, речь идет о строительстве с нуля. Ну, например, вот это или вот это. И вот теперь давайте представим ситуацию. Реальная боевая тревога. Причем случилась она внезапно, на ровном, так сказать, месте. Ну и дальше-то что? Если, допустим, в Большую Лопатку можно как-то бегом или на транспорте попасть относительно быстро, то что делать с Нерпичи, где стоял весь основной передовой флот? Особенно если на дворе стоит январь или февраль, и тещин язык, как обычно, обледенел либо засыпан снегом. Для неискушенного зрителя поясню. Тющин язык – это, по сути, перевал, представляющий из себя достаточно крутой спуск и подъем протяженностью где-то с километр, который заканчивается достаточно крутым поворотом. И при определенных погодных условиях, которые случаются там нередко, движение любого автотранспорта на некоторое время полностью парализовано. Ну и о каком моментальном реагировании после всего этого можно говорить? А уж тем более о какой-то стратегической важности. Нет, ну конечно же, вы можете мне возразить и сказать, что если бегом да по тропе Хошимина, там в принципе-то по прямой 4 километра. Но что вы имеете в виду под словом «прямая»? Сплошную пересеченку с постоянными перепадами высот в 300-350 метров?
Я тоже знаю такую прямую. И там тоже 4 километра. Это от подковы до тонкого носа. Но идти туда, даже если бегом и налегке, часа 3-4. И, как вы сами понимаете, неизбежные потери личного состава только на переходе обязательно будут. Ну хорошо, может быть, это место выбрали, потому что оно какое-то особенное с точки зрения экологии. Ну, так сказать, проявили эстетику. Прекрасный вид из окна и все такое. Вечером после службы можно пройтись по набережной чистейшего озера и полюбоваться, так сказать, видами. Что, тоже нет? И как бы само название тут говорит за себя. Заозерск. И ведь озера-то есть, и виды есть. Только вот далеко лезть и не про нашу честь. Напомните-ка мне, дорогие мои земляки, на каком расстоянии от городка находился водозабор? 3 километра, по-моему. Это я сейчас про те времена, когда из крана текла вода, а не та жидкая субстанция, которая течет сейчас. И это в том краю, где практически из каждой лужи можно и нужно пить. Ну и что же у нас остается? Только давайте сейчас без глупых эмоций. Не нужно обвинять наших изыскателей в какой-то там некомпетентности. Ну что, дорогие мои зрители, вы разве еще не догадались, почему городок стоит там, где стоит? Поставьте этот ролик на паузу и напишите, что вы думаете по этому поводу. Ведь ответ напрашивается сам по себе. Ну а перед тем, как ответить на этот важный вопрос, позвольте мне рассказать вам еще кое-что. Наш городок, я помню, наверное, с года так 75-го. Ну и, конечно же, это обрывочные воспоминания, связанные с какими-то событиями. Но, тем не менее, я очень хорошо помню нашу первую квартиру, которая располагалась по адресу Ленкома 1, в самом центре города. И очень хорошо помню сам дом. Ну так вот, что с домом, что с самой квартирой, было что-то не так. Во-первых, сам дом и еще несколько выглядели старыми. Ну то есть, совсем не так, как выглядят новостройки, которым чуть больше 10 лет. И выглядели они примерно вот так. С той лишь разницей, что ни окна, ни подъезды не были заколочены, и там жили люди. И если с внешней стороны, особенно если фасад дома выходит на центральную улицу, их как-то подкрашивали, поддерживали, то со стороны двора они выглядели, может быть, чуть-чуть получше, нежели чем вы видите их сейчас. Ну и, соответственно, чтобы не быть голословным, я решил это проверить. И я опросил очевидцев в возрасте от 50 до 84 лет. Опрос я проводил только среди жителей городка, которые проживали в нем в разные времена, практически с его официального основания. Ну и ответ, как вы уже догадались, был единодушным. Эти дома, безусловно, старые. И им как минимум лет 30, а может быть и 50. Причем такие даты называла более старшая возрастная группа. То есть те, которые жили в этих домах в 60-х годах. Ну и, конечно же, люди задумались, озадачились и начали мне помогать. И в итоге уже к имеющейся информации я получил кучу дополнений. Но обо всем по порядку. Теперь давайте изучим квартиры, которые располагались в этих домах. И, кстати, в начале своего расследования я был уверен, что таких домов всего где-то 4-5. А оказалось, что их 13. Так вот, в квартирах этих тоже была своего рода некоторая особенность. В совмещенном санузле стоял большой железный бак. А в самом низу этого бака располагалась дровяная печь. В народе этот агрегат назывался «Титан». И предназначение у него было одно – делать из холодной воды горячую. Достаточно было затопить эту печь, и через некоторое время у тебя из крана льется горячая вода. И все бы хорошо, если бы не одно «но». А где брать дрова? Забегая чуть вперед, скажу, что помимо титанов, в некоторых домах еще имелись и дровяные печи для готовки еды. То есть, понимаете, да? Вопрос с дровами должен был решаться на государственном уровне. То есть, должна была быть какая-то контора,
которые либо за деньги, либо по каким-то карточкам или талонам эти дрова выдавал. И, возможно, такая контора была, но она была очень секретная, потому что ни я, ни те, у кого я об этом спрашивал, ничего об этой конторе не знают. Почему я обращаю внимание на этот момент и так уверенно об этом говорю, я сейчас поясню. Когда я был маленьким, в мои непосредственные обязанности входила сборка этих самых дров. Ну а в качестве вознаграждения родители разрешали мне топить эту печь. А я же не один такой. Я думаю, что этим занимались все дети нашего городка. Я имею в виду тех, кто жил в таких домах. И на какие только ухищрения мы не шли. Таскали ящики от магазинов, воровали доски на стройках и из воинских частей. Ну и, конечно же, дрались между собой за какой-нибудь ящик. Ну и, естественно, ни о какой ежедневной подаче горячей воды и речи не шло. Хорошо было, если хотя бы раз в неделю. В общем, странно как-то. А вот фотография, которая была сделана в самом начале 60-х годов, как утверждает человек, который мне ее прислал. Я думаю, что эта фотография сделана точно до 64-го года, потому как именно в 64-м году Чумаченко начал строить кирпичные девятиэтажки. А вот, кстати, и он сам. Если присмотреться повнимательней, то за спинами позирующих мы видим какие-то развалины. А вот еще интересный снимок. Обратите внимание на здание слева. А вот на этой фотографии мы видим одноэтажный жилой барак, чуть дальше одна из тех пятиэтажек, а справа мы видим дорогу. А что это за дорога, я вам сейчас покажу. Итак, дорогие мои друзья, перед вами карта 1945 года. И на этой карте, как вы сами видите, есть дорога. А на фотографии вы видели ее кусок. Для тех, кто хочет рассмотреть эту дорогу повнимательнее, эту фотографию я размещу у себя на странице ВКонтакте и здесь, в сообществе. Ну а для тех, кто не смотрел мои предыдущие выпуски, поясню. Это Александровское шоссе. Ссылка на выпуск «Настоящая история Александровска» будет в описании. Там же вы увидите фотографию этой дороги и, главное, дату этой фотографии. Ну и, конечно же, я не мог не оставить без должного внимания вот эту вот постройку. В этом заброшенном здании когда-то находилась детская музыкальная школа. Помимо того, что это здание само по себе вызывает много вопросов, вернее, вопрос-то один, когда оно было построено, так и в самом здании находился один очень интересный артефакт – старый немецкий рояль. Я, кстати, на этом рояле сдавал выпускные экзамены. Я ни на что не намекаю, но и в совпадение я тоже не верю. Также на территории нашего городка находится еще один, наверное, самый интересный объект, о котором мне очень бы хотелось вам рассказать, если бы не целый ряд «но». Во-первых, этот объект находится под землей. И это не бомбоубежище, которое находится под домом офицеров. Там все намного больше, глубже и интереснее. Во-вторых, я лично сам там не был, потому что узнал о нем совсем недавно. Ну и в-третьих, на данный момент я не знаю, в каком статусе находится данный объект и снят ли с него гриф секретности. Поэтому в данном выпуске я обойдусь тем, что скажу вам по словам, ну, очень компетентных товарищей, которые были там лично. Дата постройки этого объекта им неизвестна, и немцы к его строительству не имеют никакого отношения. Но я обязательно постараюсь туда попасть, если, конечно, это можно сделать легально. И если у меня все получится, то я обязательно вам о нем расскажу и покажу. Ну а на сегодня, пожалуй,
хватит. Я искренне надеюсь, что в данном выпуске я прежде всего сам себе ответил на вопрос, так почему же городок построили именно там, где построили? Но ведь это же очевидно. Спасибо вам за терпение и внимание, и всего вам доброго. Ну а продолжение следует.